Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде чем начать наш вебинар, давайте мы с вами проверим связь. Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если у вас появилось, если у вас есть звук, есть презентация. Жду от вас плюсов, чтобы мы с вами могли начать вебинар. Пока вижу, коллеги отписываются, что все хорошо, и есть и звук, и презентация, и видео. Хорошо, коллеги, раз меня слышно, значит, мы с вами можем начинать. Нас пока не очень много, но я надеюсь, коллеги еще подтянутся, особенно те, кому эта тема интересна. Как правило, летом мы всегда проводим вебинар, связанный с страноведением, да, и это лето тоже не исключение. Так что мы с вами сегодня поговорим об использовании лингвостранноведческого подхода в обучении английскому языку. А во вторых 11 классах, то есть мы с вами посмотрим и для начальной школы различные пособия, и для среднего звена, и для старшей школы. Также обязательно вам оставлю и на презентации, они тоже будут ссылки на бесплатные онлайн-ресурсы. Может быть, что-то вам из этого пригодится, и сможете это на уроках использовать. И песни с вами сегодня послушаем, так что я надеюсь, что вебинар будет таким нескучным. Итак, в первую очередь хочу вас спросить, коллеги, даете ли вы своим обучающимся больше страноведческой информации, чем содержится в том УМК, по которому вы работаете? Да, то есть расширяете ли вы ту информацию, которая дается в УМК? Или вот сколько дается в УМК, столько вы, соответственно, ребятам и даете на уроки. Или же, да, они у вас там что-то могут сами еще дополнительно исследовать, вы их как-то направляете, берете какую-то дополнительную информацию. Коллеги активно пишут, что да, конечно, это очень-очень хорошо, потому что иногда, и это действительно так бывает, что коллеги отвечают на этот вопрос, что нет времени, да, и поэтому никак не расширяют содержание, да, то, что можно дать с помощью УМК. Но чаще всего, вот все-таки вижу, здесь тоже у нас на вебинаре коллеги говорят, что расширяют. На самом деле это очень-очень хорошо. Да, вот Анна пишет, да, ищу дополнительные материалы, ребятам даю задания. Да, конечно, прекрасно. Это на самом деле очень хорошо, потому что дополнительный такой материал и дополнительные те же самые пособия, допустим, которые вы используете для того, чтобы ребятам дать больше страноведческой информации, на самом деле они еще и повышают у ребят мотивацию. Так, когда вы им, допустим, показываете видео с онлайн-веб-камеры, которая установлена где-то в известном месте в Лондоне, да, конечно же, ребятам это будет нравиться. Да? Они будут смотреть на такие видео с большим интересом, соответственно, вы можете такое видео подобрать к какому-нибудь рассказу, который вы читаете, или тексту из учебника, и повысить мотивацию ребят, потому что им будет гораздо более интересно не только прочитать текст, но еще и увидеть что-то своими глазами, пускай даже хотя бы просто на видео, да? Или какие-то иллюстрации вы подберете, или какая-то это будет игра страноведческая, какой-нибудь квест, да? То есть чем больше страноведческой информации мы ребятам даем, тем лучше. Но так как мы говорим сегодня про лингвостранноведение, да, все-таки нам нужно сначала разобраться вкратце с теорией, с лингвостранноведческим подходом и что такое лингвостранноведение. Потому что одно дело, когда мы говорим про страноведение, а другое дело, когда мы с вами говорим про лингвостранноведение. В чем же разница? Лингвостранноведческий подход. Лингвостранноведческий подход в методике преподавания иностранных языков реализуется в воспроизведении всех усвоенных речевых действий в ситуациях страноведческого характера. То есть, когда мы ставим ребят в ситуацию страноведческого характера, например, им нужно спросить иностранца о том, как пройти к какой-нибудь достопримечательности, или что-то дополнительно спросить у сотрудника музея про какой-то экспонат, да, им нужно хоть что-то немножечко про это знать. Да? И, соответственно, на этом будет построен акт коммуникации. Так как они будут спрашивать все на английском языке, то, соответственно, мы все усвоенные речевые действия, да, все, что мы можем сказать по-английски, мы пускаем на то, чтобы вот в ситуации страноведческого характера показать себя с хорошей стороны, да, что мы осведомлены. Или что наоборот, мы что-то хотим новое узнать. Но главное, чтобы ребята могли все-таки ориентироваться в таких страноведческих ситуациях. Отбор, описание и презентация лингвистического материала должны быть подчинены стремлению проникновения в тайны иной культуры и созданию обучаемых мотивированного подхода к изучению языка. Это действительно очень удобно делать за счет именно страноведческой информации, потому что все, что связано с изучением страны изучаемого языка, да, это не только причем Великобритания, но и США, например, да, ребятам нравится. изучать такие вот тексты, когда они не просто учебные и ни о чем, а когда они о каких-то интересных, да, вещах рассказываются, или об интересных людях, например. Это, конечно же, интереснее. Соответственно, да, что сочетает в себя лингвострановедение? Лингвострановедение сочетает в себе обучение языку и изучение некоторых сведений о стране изучаемого языка. То есть, если мы все это соединим вместе, у нас получится такая, да, посерединке часть очень важная, что мы при обучении языку и изучении некоторых сведений о стране изучаемого языка используем английский язык в ситуациях страноведческого характера. То есть, как раз вот мы и занимаемся лингвострановедением, да, мы ребят этому учим. То есть лингвострановедение — это не просто страноведение, да, когда мы рассказываем о стране изучаемого языка, а это область методики, которая связана с исследованием путей и способов ознакомления иностранных учащихся, в нашем случае это наших русских, да, ребят, которые учат иностранный язык, английский язык, с действительностью страны изучаемого языка в процессе овладения языком. То есть все обязательно на английском у нас, да, делается. Поэтому это и будет называться лингвострановедение. Одновременно с изучением языка надо изучать и культуру его народа, знакомиться с историей, литературой, экономикой, географией, политикой, бытом, традицией и психологией. Комплекс этих сведений принято обозначать термином страноведение, а методику преподавания этих сведений при изучении иностранного языка – лингвострановедением. Да, то есть мы на самом деле... Ребят, обучаем страноведению, но сам процесс у нас будет называться лингвострановедение. Важные такие аспекты, да, это то, что первое, это то, что огромное значение для формирования социокультурной компетенции имеет изучение культуры иноязычных стран. То есть мы это делаем, действительно, во всех учебниках есть тексты, посвященные истории, например, Великобритании, выдающимся писателям, поэтам, ученым, да. Все это присутствует, конечно же, в наших учебниках, и поэтому ребята этому учатся. И формирование социокультурной компетенции на занятиях английского языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка. Какие же существуют критерии отбора страноведческой информации? Да, какую информацию ребятам давать, какую информацию ребятам не стоит давать? Ну, во-первых, как правило, вся та информация, что содержится в учебниках, да, особенно в учебниках по ВГОС, да, она у нас все-таки вся отобранная, правильная, да, проверенная много раз различными экспертами. Что касается именно страноведческой информации, 4 основных критерия отбора выделяет Зинаида Николаевна Никитенко. Она выделила содержательную ценность текста, эффективность учебного текста, принцип актуального историзма и типичность отражаемых фактов. Что подразумевается под каждым из этих критериев? Содержательная ценность текста, да, то есть мы понимаем, что текст ценен своим наполнением, том, о чем этот текст. Чем больше в тексте страноведческих сведений, тем существеннее он, да, для культуры, тем легче они воспринимаются и запоминаются. Да, то есть действительно, если текст у нас насыщен какими-то событиями, особенно если он по страноведению, значит, страноведческими событиями, то ребятам он лучше запомнится быстрее. Эффективность учебного текста, она обусловлена тем, насколько в этом тексте учитываются возрастные особенности. Соответственно, нам нужно понимать, да, и принимать во внимание соотношение длины текста и количество вводимой в нем информации. То есть на маленький текст это должно быть какое-то, ну, конечно, нормальное количество, да, страноведческих каких-то вещей, да, интересных фактов, но не очень большое, да, чтобы ребята тоже не перенасыщались этим. Принцип актуального историзма. Исторический характер культуры в ее современном состоянии очевиден, поэтому не должно быть таких учебников, да, в которых не было бы, например, стихов Бернса или рассказов Марка Твена, не говорилось бы о возникновении Великобритании, и, в принципе, мы себе, наверное, таких учебников представить не можем. Как правило, ребята всегда с этим знакомятся, да, они знают и про Конан Дойля, да, и про Марка Твена, и тем более про страноведение Великобритании по истории Великобритании. Типичность отражаемых фактов. В учебнике не должно быть материалов, в которых обсуждаются пусть яркие, но редкие явления. Учащиеся могут такими фоновыми знаниями не располагать, поэтому могут принять редкое за обычное, а случайное за распространенное. Да, то есть то, что случайно давалось несколько раз в тексте и упоминалось как-то несколько раз в тексте, может быть, какой-то аспект быта, не знаю, англичан, да, не очень такой популярный, запомнится им больше, чем один раз, если в тексте было упомянуто празднование Рождества. Да, конечно же, про Рождество в процессе того, что все-таки это такой массовый праздник, да, его празднуют во всех странах мира и по-разному везде празднуют, конечно же, про него должно быть своеобразно больше информации, чем про какое-то другое, например, праздник маленький, семейный, я не знаю, да, может быть, у героев учебника какой-то свой праздник, да. Все-таки должно быть больше того, на чем ребята должны сосредотачиваться. Если это какое-то очень незначительное событие, то о нем достаточно, да, немножко с ребятами поговорить и пойти дальше, чтобы они у нас за курс школы узнали все самое-самое важное. Ну и, тем не менее, все равно не галопом по Европам, да, а вот посвящать этому столько времени, сколько нужным ребятам для усвоения. Давайте с вами посмотрим на примеры лингвостранноведческого материала, содержащего реалии, который содержится в ОМК happyenglish.ru для 4, 5 и 6 классов. Почему здесь не все выписала? Потому что что-то мы с вами посмотрим не перечислением, как здесь на слайде, а примерами красивыми, да, со страничками, чтобы было более понятно и более красочно. А здесь для сравнения посмотрите, как из 4 класса, да, ребята у нас до 6 класса дорастают и сколько они всего нового каждый год узнают. А у нас в 4 классе есть здесь про романы Роулинг о Гарри Поттере, о достопримечательностях Лондона, про Рождество есть, конечно же, да, все очень важные темы. Страны мира, празднование дня рождения в странах мира, есть ролевая игра чаепитие в 5 часов. В 5 классе у нас про мировые достопримечательности рассказывается, о жизни в современной Англии, правила поведения пассажиров в аэропорту, я покажу еще эти странички. Do you live in London? Мы послушаем сегодня эту песню. My Edinburgh, да, про лохнесское чудовище, про Пасху, про погоду в Англии, да, Does it rain in England in December, про крупные города Англии, про Вестминстерское аббатство, про камень судьбы, про Марию Стюарт. В общем, самая-самая нужная действительно информация здесь вся есть, и это в 5 классе, и это я выписывала не все, да, а только вот то, что я ярко выхватила из учебника, когда его анализировала. В 6 классе про Шекспира у нас есть текст про необычные экскурсии английских школьников, про Charing Cross, правила поведения гостя в английской семье, как сделать международный звонок, очень полезная информация, исторические корни современных английских праздников, про празднование Рождества в Англии и в России, про подарки, да, в носочках, да, в stockings, про тоннель под Ла-Маншем, лимерики встречаются у нас, и даже есть баллада о Стоунхендже, мы, может быть, даже сегодня с вами послушаем ее из другого посуды уже. А здесь перед вами примеры с happyenglish.ru для 2 класса. Это рубрика «Путешествие в королевство». По сюжету у нас девочка Аня прилетает с родителями в Лондон. Я сейчас тоже сразу перелесну, покажу вам. Вот это первые, да, развороты учебника. Прилетает она в Лондон с мамой и с папой. В самолете девочка листала учебник по английскому языку и заснула. Когда она уже проснулась, то они уже были в Великобритании. Мама ей сказала: просыпайся и добро пожаловать в королевство. А девочка удивилась: какое королевство, если летели мы в Англию? И мама ей рассказывает, да, что на самом деле Англия – это только часть страны, которая называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Мама рассказывает о том, что какие еще, да, страны входят в состав королевства, говорит, что Лондону почти 2000 лет, и девочка сверху самолета рассматривает такие вот основные достопримечательности, которые видны. Они действительно видны из самолета, когда подлетаешь к Лондону или когда улетаешь из него. Соответственно, да, мы, ребят, уже знакомим на первом же уроке с основными такими достопримечательностями. Мы рассказываем о стране, то есть погружаем их вот в эту социокультурную среду. Также у нас в этой рубрике, например, рассказывается о килтах, да, о том, что у каждого клана своя материя клетчатая, да, из которой они шьют, соответственно, килты, и что по цвету килта можно узнать, из какого рода происходит шотландец. О волынках рассказывается, да, что это не просто мешок, который вот мужчина дует, да, а что это волынка, это инструмент, для чего он использовался в древние времена. Есть здесь рассказ о том, откуда возникла традиция английского чаепития, тоже в очень такой смешной форме, в формате, посмотрите, комикса, да, рассказывается, вот, почему над леди Рассел посмеялись, что она в 5 часов не выдержала, да, была очень голодная и попросила чая с пирожками, да, с чем-то там таким, со сладким. И, соответственно, вот решили ввести такую замечательную традицию, это пить чай в 5 часов. Причем чай они не просто не пустой пьют, да, они обязательно с чем-нибудь его пьют. Например, со scones или с сэндвичами. В учебнике Мили для 4 класса у нас Russian Winter Festival, да, есть. То есть мы показываем с помощью данной страницы, данного упражнения, что не только мы изучаем страноведение Великобритании, но и там про Россию тоже знают. И даже вот проводят такой фестиваль на Трафальгарской площади. Далее. На фоновую лексику и реалии у нас есть здесь такая небольшая заметка. Ребята только учатся еще читать, они учат отдельные буквы. И вот Аня здесь знает на 3 буквы, но она уже хочет как-то применить свои знания на практике. Да? Она рассматривает буклет с достопримечательностями Лондона и ищет знакомые буквы, что мы просим сделать ребята, потому что по заданию в 8-м упражнении нам нужно помочь Ане найти слова, которые начинаются с букв, которые Аня уже выучила. Да? И мы, соответственно, с Аней вместе. Тоже очень интересно. Про британский флаг. Да, есть рассказ, рассказывается, почему вот есть такой он красивый, из каких флагов он на самом деле состоит, и задается ребятам вопрос, да, на внимательность. Флаг какой части Соединенного Королевства часто встречался, а не в Лондоне? Да, нужно на него тоже правильно ответить. Откуда взялось название хот-дог? Да, потому что Аня услышала это название и очень удивилась. Не из сосиски же делают эти, не из собак, спрашивает она. Конечно же, ворон ей говорит, да, что ничего подобного. Рассказывает всю историю возникновения хот-догов. Про традицию английского чаепития у нас здесь еще есть. В 3 классе, например, в happyenglish.ru небольшой текст. Он как раз, да, иллюстрирует, даже с иллюстрациями, с чем англичане любят пить чай в 5 часов. Дотекстовые вопросы есть, когда мы пытаемся сначала догадаться, о чем мы сейчас прочитаем текст, затем уже читаем текст и проверяем, правильно ли мы ответили на эти вопросы. А в средней и старшей школе что нам требуется? Да, умение выделять общее культурно-специфическое в моделях развития различных стран и цивилизаций, социальных слоев общества. То есть у нас уже мы отходим от того, что просто изучали страноведение Великобритании и, да, изучали только про Лондон что-то. У нас уже более глобальные какие-то затрагиваются проблемы. Например, мы должны быть готовы представлять свою страну и культуру своей страны с учетом возможной культурной интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия, да, чтобы наш собеседник, иностранец, не пугался, когда мы ему рассказываем, да, что у нас не гуляют медведи по Красной площади. Признание права разных культурных моделей, а значит, формируемых на их основе представлений, норм жизни и верований, и также готовность конструктивно отстаивать собственную позицию, да, не унижая ни в коем случае других, и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов, да, то есть и не будучи сильно зависимым от чужого мнения. Все это тоже мы можем применять на страноведении, да, потому что, например, в 5 классе важное умение ориентироваться в аэропорту. И у нас здесь как раз раздел, который называется «Find your way at the airport». Нам нужно соотнести знаки с переводом, да, нам нужно понять, да, какие из знаков, какие выражения обозначают, ответить на вопросы, да, о путешествии Робина, да, перед тем, как он полетел. У Робина есть час до вылета в Россию, посмотри на картинку в аэропорте и ответь на вопросы, и задай вопросы. Да, вот что может сделать Робин, куда он может пойти, чем он может заняться и так далее. То есть мы пытаемся ориентироваться по табличкам, которые в каждом аэропорте висят. Если мы говорим про праздники, то, конечно же, здесь не обойдется без поздравительных открыток. И открытки у нас здесь, задание номер 5, даются британские открытки и русские открытки. Нам их нужно сравнить, а после сравнения найти различия и что-то одинаковое, и сделать дизайн своей Christmas card. Да, подписать ее, конечно же, да, сделать ее какой-то особенной и подарить кому-то. Да, тоже с такой, со страноведческой точки зрения, может быть, ребята там что-то изобразят британское, да, такую типично британскую открытку сделают. Что можно использовать дополнительно к учебникам? Да, если до этого мы с вами смотрели примеры все-таки из ОМК, а если у нас дополнительные пособия хочется использовать, то есть страницы британской истории. Книгу можно использовать с 7 класса и, да, до 11 класса, конечно же. Книга нас действительно погрузит в ту или иную историческую эпоху, потому что мы читаем рассказы. Да, у нас здесь от королевы Боудисии до Елизаветы I охватываются времена. Вот, например, к тексту о королеве Боудисии у нас Здесь три задания. Первое, нужно ответить на вопросы. Во-первых, сам текст читается довольно легко, потому что он небольшой, он понятный, все слова сложные у нас выделены полужирным, и внизу word-лист даны с переводом. То есть удобно ориентироваться, не нужно отвлекаться на, допустим, словарь. По заданиям мы отвечаем на 8 вопросов, читаем предложение про себя, потом вслух в нужном порядке и пытаемся пересказать текст, пользуясь как опорой, только картинками. Да, это тоже такое важное умение работать со страноведческим материалом, да, потому что он все-таки для ребят не такой простой, как нам кажется. Вот, но если они смогут это все пересказать, значит, они как минимум все поняли. Да, это важно. А про Генриха VIII здесь есть и текст, и про всех его жен рассказывается, и есть их портреты, то есть можно, да, с ребятами обсудить это все. Можно выполнить с ними такой квиз. Да, здесь нужно выбрать правильный вариант ответа на каждый из вопросов. Все вопросы даются именно по прочитанному тексту о Генрихе VIII. После прочтения рассказа «Викинги» ребят мы просим пересказать текст, но если до этого мы текст пробовали пересказать по опорам на картинке, то здесь мы уже пересказываем его по словам и выражениям из прочитанного рассказа. Затем мы пытаемся предугадать, что случилось после того, как затонула лодка. Да, то есть мы учимся прогнозировать. Далее мы пытаемся представить себя в деревне, где живут главные герои этого рассказа, и придумать, что бы мы хотели у них узнать, о чем бы мы их расспросили. И в конце мы даже делаем act out, мы инсценируем рассказ, в случае, если он нам понравился. Ну, конечно же, ребятам рассказ про викингов точно понравится. «Кольцо друидов» книгу можно использовать. Это «Stories about the History of Britain» для 7-8 классов. Здесь даются тексты. К ним дается, конечно же, word-лист со сложными словами. Некоторые слова даже даются транскрипцией. И задания, да, что немаловажно. Самим ничего не нужно разрабатывать. Удобно, когда уже есть у нас, да, разработанные задания. Так, у коллег какая-то ссылка не действует. Угу. На пособие, да? На странице британской истории. Не знаю, коллеги. Попробуйте, может быть, у вас все-таки получится открыть. Нет, коллеги, не получится, потому что у меня она тоже не открылась, ссылка. Мы просто попросим, нам еще раз ссылочку дадут на странице британской истории. Да, спасибо. Итак, по заданиям. Мы отвечаем на вопросы. Мы должны дальше посмотреть на тексты, соотнести старые названия, исторические, да, названия с современными названиями. Это тоже, да, такое, география совмещается у нас, да, с английским языком и с историей. Далее мы пытаемся закончить предложение, соотнести предложение, да, у нас на matching задание. Аргументы делаем в табличке for and against. Две у нас таблицы, да, за запад и за север. И выполняем кроссворд. Да, у нас кроссворд небольшой, здесь всего 7 предложений нужно отгадать, да, 7 слов. И у нас в итоге соберется по вертикали даже какое-то слово. То есть вот такое вот задание. Для, сейчас видела вопрос, для младших школьников. Для младших школьников страноведческих, вот таких вот, чтобы это были книги для чтения, у нас, например, нет, но вы можете использовать Songs and Poems, я сейчас их буду как раз показывать. В них тоже очень много страноведческого материала. А мы сейчас с вами посмотрим на Deep of the Roots, и дальше я покажу для младших школьников Songs and Poems. Также можно использовать с ребятами пособие Read-up для 2, 3, 4 класса, тоже, да, для младших школьников. Пособия для чтения, в них тоже есть страноведческий материал. Конечно, они не настолько сконцентрированы на этом, да, потому что основная задача книг – это научить разным видам чтения, но вот с точки зрения того, что там есть страноведческий материал, он там есть, а тоже можно использовать. Deep of the Roots. У нас в данной книге уже тексты посложнее, да, чем в странице британской истории. Подойдет книга у нас и для учащихся спецшкол, и для студентов колледжей, и для вузов, вузовских студентов. Но, в принципе, для высокомотивированных ребят 10-11 класса эту книгу тоже можно использовать. Да, особенно, если вам хочется как-то их чем-то озадачить интересными текстами. В книге есть таймлайн. Да, у нас на разворотах даются основные даты из истории Великобритании. До 1999 года здесь дается информация. И даются внутри тексты. Все тексты идут с послетекстовыми вопросами. То есть с помощью этих вопросов мы пытаемся понять, насколько хорошо наши учащиеся поняли суть прочитанного текста. Здесь вопросов немного, но они все сплошь по содержанию. А последний здесь юнит у нас, 7-й, посвящен 20 веку. И если посмотрим с вами по премьер-министрам, да, чтобы ориентироваться, до какого момента рассказывается у нас страноведение здесь в Великобритании, до Тони Блэра, то есть до 1997 года здесь все охвачено. Вот такие вот тексты, да, где-то вопросов больше, где-то вопросов меньше, зависит от того, насколько был большой текст, но, конечно же, мы все можем разбить на кусочки, да, и вопросы к тексту, соответственно, тоже, да, разбить на части. Как обещала, показываю Songs and Poems for Junior School и затем Songs and Poems for School. Для начальной школы, 2-4 класс, мы можем использовать песни. Песни у нас, например, здесь есть In London Zoo, о стране изучаемого языка и о лондонском зоопарке. On the Bus, про транспорт в Великобритании. School Uniform, о школьной одежде в Англии. My Old Granny Had a House, как англичане интерпретируют звуки, которые издают домашние животные, да, реалии языка. Do you live in London, про реалии страны изучаемого языка. Seasons, о погоде в Англии. Month of the Year, погода в Англии и России сравнивается. Christmas Days, о праздновании Рождества в Англии. Christmas Walls, о праздновании Рождества в Англии и в России. Да, то есть вот у нас там максимально много страноведения, заложенного в стихотворение и в песне. Давайте мы с вами посмотрим на песню Do you live in London, мы с вами ее даже послушаем. Сейчас мы с вами включим аудио. И песенку Do you live in London послушаем, и у вас будет высвечен как раз на слайде текст. Do you live in London? Do you live in London? Do you like it here? Do you eat fish and drink? Do you watch TV? Do you drive on the right side? Do you have a car? Do you go to Oxford? Is it far? And see. Do you know who Prince Charles? Do you know that we? Do you like the Beatles? Do you play handball? Please tell us all. Вот такая вот у нас, да, песня, к ней есть, конечно же, караоке, да, давайте я вам, чтобы это было не голословным, включу буквально несколько секунд от караоке. Да, и вот, то есть у нас, да, очень удобно получится, когда вы песню с ребятами уже полностью всю освоите, выполните как к ней все задания, ее можно с ними вместе спеть. Песня не очень быстрая, не очень лирическая, да, она такая адекватная, да, то есть все ребятам должно понравиться в ней, она легко запоминается, потому что она вся состоит из вопросов, да, ну и плюс, конечно же, они еще и смогут, как у нас, кстати, написано здесь, в таблице, да, про эту песенку. Вот, пожалуйста, да, здесь внизу в лексическом материале перечислено, что они нового могут запомнить или что нужно повторить. Fish and Chips, Oxford, Prince Charles, The Beatles. И также у нас грамматический материал здесь перечислен. Это The Present Simple, общие вопросы. Да, то есть вы и по страноведению захватываете нужный материал, и еще заодно лексику и грамматику повторяете. Для 5-11 классов. Давайте мы с вами сначала посмотрим про песню. Да, по легенде этой песни у нас в гости из средневековой Англии мальчик Робин пришел в современную английскую школу, и на него посыпался град вопросов. Собственно, вот сама песня и есть все эти вопросы. Нам нужно ответить на вопрос. отметить галочкой те вопросы, на которые Робин, по нашему мнению, сможет ответить, и крестиком пометить те вопросы, на которые Робин ответить не сможет. А далее мы пытаемся заменить картинки с реалиями Англии на слова, то есть вы видите, да, здесь не хватает некоторых слов, да, именно реалий языка, допустим, does he know Prince Charles, does he know the Queen, does he like the Beatles, да, у нас Beatles нарисованы, does he play handball, he must tell us all, да, то есть мы заменяем картинки на слова. И последним заданием к этой песне мы отвечаем на вопросы песни, но уже от своего имени, да, как будто мы Робин, и нас пытают этими вопросами. То есть несложное задание, хорошая такая песня, и у нас все абсолютно идет на пользу нашим ребятам. Мы страноведение повторили, может быть, что-то даже выучили, да, саму песню сможем спеть, это все всегда полезно. Для 5-11 классов стихи английских поэтов в переводе на русский язык, да, «A Joke», Pilgrim's Song, история США, путешествие пилигримов. Вот она так выглядит, Pilgrim's Song. Давайте я вам тоже ее включу. Она у нас коротенькая. Я думала, что включить ее или про Stonehenge. Ну, давайте мы с вами лучше про пилигримов, наверное, послушаем. Это не 3 куплета, а в Stonehenge 4 куплета. Так что мы с вами начнем с пилигримов. Сейчас я ее найду и запущу. Pilgrim's Song. The new world promised us freedom and changes. The weather was rough and the sea was cold, but we left our homes, both saints and strangers, some for religion and some for gold, some for religion and some for gold. With storms and disease we faced many dangers, our families died, but we didn't stop, and we reached the new world of saints and strangers, soldiers of fortune and pilgrims of hope. Soldiers of fortune and pilgrims of hope. We'll fight for this land to our last breath, and stay here forever, both saints and strangers, brothers and sisters, in life and death. Brothers and sisters, in life and death. Вот такая вот песня, да, я думаю, что она вам понравилась, она, наоборот, да, у нас быстрая, очень такая абсолютно страноведческая, кельтские такие, да, напевы, мотивы, я думаю, что тоже ребятам это должно понравиться, и плюс это, да, все-таки тоже реалия страны изучаемого языка. И согласитесь, что в песенной форме гораздо проще запомнить, да, про пилигримов, да, кто это такие, откуда они взялись, да, и такую вот информацию страноведческую. Про Stonehenge, да, баллада Stonehenge мы здесь можем найти, здесь гипотеза о создании Stonehenge, даже с ребятами мы обсуждаем различные гипотезы о возникновении Stonehenge. Have you ever lost? Про английскую школу у нас здесь есть песня. Вот так выглядит баллада Stonehenge, и не знаю, коллеги, включить ее вам или не включить? Интересно вам ее сравнить с Pilgrim's Song? Может, кто-то ее еще у нас не слышал. Можно включить один куплет. Просто послушать, ознакомиться. Напишите плюсик, если включить. Так, вижу уже как минимум несколько коллег поставили плюсики, тогда я вернусь обратно к плейлисту. Коллеги, я все очень легко запускаю через плейлист. Вы также можете себя послушать через плейлист «Открыть эти песни». У вас будет намного лучше качество, поверьте, потому что я включаю сейчас их через плейлист с сайта, да, на котором у нас все выложено. Все аудио к этим книгам абсолютно бесплатно, вы можете это все послушать. И затем я это вам включаю, этот звук идет из колонок в микрофон, поэтому он, конечно же, портится. Но если вы у себя дома включите, послушайте, намного лучше будет запись. Давайте я включу вам один куплет баллады о Стоунхендже, просто чтобы сравнить, да, между собой две песни. Как обещала, один куплет только с вами послушаем, да, чтобы мы с вами на этом сильно не задерживались. Да, то есть вот такая песня, она, конечно же, да, вы услышали, что она абсолютно другая, она не такая же, как Pilgrim's Song. Она медленная, она лирическая, она такая, да, размеренная. Кому-то больше она даже нравится, потому что ребята проще выговорить, да, когда они песни пытаются сами спеть. К песне, как я уже сказала, много заданий. Да, мы не только слушаем песню и потом ее поем, у нас есть и дотекстовые, да, задания до того, как мы читаем вообще текст песни. Мы снимаем лексические трудности. После этого есть задания, где мы тоже пытаемся выдвинуть свою гипотезу о возникновении Стоунхенджа. То есть очень это интересно именно ребятам такое, да, придумать что-то свое, и можно даже потом спеть саму песню. The Maple Leaf Forever, кленовый лист навеки, мы здесь тоже можем найти, да, то есть не только о Великобритании, но и гимн Канады, например. Для тех, кто постарше, да, в учебнике английский для взрослых, English for adults, у нас есть перекресток культур, раздел такой замечательный, где написано, что помимо знания английских слов и грамматики, важно также знакомиться с особенностями межкультурного общения на английском языке. Считается, что лучше делать лексико-грамматические ошибки, чем допускать ошибки в диалоге культур, да, то есть чтобы не обижать ни в коем случае нашего собеседника, человека, да, другой культуры. И нам здесь предлагается в этом задании решить, какие из нижеперечисленных особенностей общения являются для нас своими и чужими. Нужно, да, пометить каждую особенность, либо своя, либо чужая. Есть здесь и задание, например, на говорение, где нужно представить знаменитости и рассказать все, что мы о них знаем. Вопросы нам даются в качестве опоры, мы на вопросы опираемся и составляем вот эти небольшие рассказы о представленных здесь знаменитостях. Да, я надеюсь, что все знают всех изображенных здесь людей. И, соответственно, да, любой ученик, с которым вы занимаетесь по этому учебнику, тоже вам прекрасно все расскажет. Стереотипы о внешнем виде различных культур тоже здесь затрагиваются, здесь перечислены различные стереотипы для разных культур, например, для французов, англичан, немцев, японцев, и нужно тоже, да, сказать, мы согласны или не согласны с этими стереотипами, которые описаны для каждой культуры. В 9 классе мы можем читать замечательное пособие Робин Маквизет's Diary, Stories about the History of the USA. Мы в нем как раз прочитаем и про Джорджа Вашингтона, и про Декларацию независимости, и про флаг, да, США, то есть все мы поймем, откуда там звезды, например. То есть это все очень-очень интересно и есть вот в этом замечательном пособии. Можно использовать для страноведения серию пособий «Метапредметный портфель», тогда вы будете совмещать сразу же и формирование метапредметных умений у ребят и страноведческие знания. Во 2 классе, например, у нас там рассказывается, есть изображение телефонных будок, двухэтажных автобусов, да, double-decker. Мы говорим о fish and chips, про флаг Великобритании, есть там о национальной валюте, почтовые марки мы рассматриваем, как они выглядят, британские почтовые марки, как пишется адрес на письме, как празднуется Рождество, В третьем классе о школах в Великобритании, школьные уроки и кружки, меню для ланча, само понятие ланч, да, и как выглядит примерное меню для ланча, и мы даже сами себе пытаемся там составить меню. Про лондонский зоопарк, про Рождество. В четвертом классе почтовые марки, погода в Великобритании, Брайтон, про Елизавету II, про Букингемский дворец, про Виндзорский замок, про каникулы у британских школьников и даже про Гарри Поттера, про квиддич там есть. В пятом классе образование в Великобритании, там у нас самый же первый такой текст, довольно крупный, именно о системе образования Великобритании. Достопримечательности Лондона, вокзал King's Cross, у Гарри Поттере, у самой Джоанны Кэтлин Роулинг, про Кенсингтонский дворец, про музей Мадам Тюссо, королевскую семью, принцессу Диану, герцога Кембриджского, принца Чарльза. Да, то есть мы это все можем найти в метапредметных портфелях, как подтверждение своих слов. Да, несколько страниц. Здесь разворот из метапредметного портфеля ученика 2 класса. Да, вы видите, девочка держит картину свою. И на ней изображен и даблдекер, и кэп, и телефонная будка, которых сейчас уже очень мало осталось в Англии, да, они так не столько действующие, сколько для туристов больше стоят. И домики такие типичные, да, британские садики перед домом, да, вот типичная британская такая улица, что ребенок видит из окна. Пытаемся мы разгадать загадку с поздравлением рождественским. Слева на страничке, справа мы должны зеленым фломастером обвести все изображения, которые относятся к России, а те, что относятся к Великобритании, обвести желтым фломастером. Да? То есть мы можем еще и разобраться, что это такое там за еда такая в газете, что-то в панировке и картошка фри. Да? Может быть, ребята не знают, что это fish and chips, вот вы им, соответственно, сможете это рассказать и ввести такое понятие. А здесь мы не только пишем письмо, но и письмо тоже просим ребят украсить какими-то интересными изображениями, да, связанными с Великобританией, с Россией, да, потому что нам мальчик прислал Big Ben, здесь изображен и флаг Великобритании, мы тоже должны что-то отправить свое. Как правило, ребята рисуют здесь Кремль и флаг России, но, может быть, да, вы будете с ребятами больше креативить, они вам что-то более такое русское нарисуют. Матрешку, я не знаю, допустим. Шапку-ушанку, что еще любят туристы. И можно сравнить с ребятами, конечно же, марки, потому что здесь на марке, нашей русской марке, изображены Олимпиада в Сочи, а на британской марке это герцог и герцогини Кембриджские. Можно читать с ребятами текст из раздела «We speak about our houses». Текст посвящен Виндзорскому замку и Букингемскому дворцу. Очень ребятам понравится количество комнат, например, в Букингемском дворце, что их там целых 600 комнат, что как минимум там 78 туалетов, да, bathrooms, ванных комнат, что там есть свой кинозал, что там есть swimming pool, да, и даже post office там свой отдельный есть, куда королева получает все письма. Про систему образования Великобритании, текст в 5 классе, про Кенсингтонский дворец можем с ребятами поговорить, просто в процессе выполнения задания, потому что здесь, когда они выполняют это задание, они ходят как будто по Кенсингтонскому дворцу, это та часть, которая открыта для туристов, вид сверху, да, нарисован, это настоящая план-схема кусочка вот этого открытого для туристов дворца. Можно рассказать, спросить сначала у них, знают ли они, что дворец жилой, что там на самом деле живут члены королевской семьи, спросить, кто там живет. Да, ребятам точно это будет очень интересно, а главное, что с точки зрения развития социокультурных знаний это им полезно. О королевской семье можно и продолжить рассказ и про музей Мадам Тюссо, что там есть их фигуры, и какие еще там фигуры изображены, чьи, об известных людях, соответственно, можно поговорить. Генеалогическое древо. Елизавета II, мы просим нарисовать свое геологическое древо. То есть, что мы можем, если вместе все посмотреть, использовать для внеурочной деятельности, когда знакомим ребят с историей страны изучаемого языка. Songs and Poems for Junior School во 2-4 классах, Read-up для 2-3-4 классов, предметные портфели для начальной школы и, конечно же, бесплатные интернет-ресурсы. В основной школе Read-up для 5, 8 и 9 классов, там много страновической информации. Книги для чтения Робин Маккуизетс Diary, Кольцо друидов, страницы британской истории 7 класса, соответственно. Songs and Poems for School, да, и метапредметный портфель для 5 класса. И в старшей школе это Read-up для 10-11 классов, Songs and Poems for School, Stories from famous British and American writers, страницы британской истории, и пособие мы с вами сегодня его смотрели, Deep of the Roots. Что же можно использовать из бесплатных таких интернет-ресурсов? Конечно же, это, например, онлайн-веб-камеры. Да, здесь мы можем посмотреть, первая ссылка, это вид с The Shard, да, в Лондоне с небоскреба. Вторая это вот Blackfriars Bridge, съемка, Millennium Bridge, добавила я здесь ссылку на Palace of Westminster, с гостиницы «Совой» есть камера, которая тоже очень хорошо показывает, можно посмотреть. Я сейчас покажу даже вам, я сделаю скриншот из Честерского зоопарка. Пингвины, жирафы, фламинго и летучие мыши. Правда, камера с пингвинами, по-моему, сегодня утром я проверяла, была недоступна, и фламинги тоже почему-то не работала. Oxford Martin School Webcam. Можно посмотреть по этой ссылке на Оксфорд, да, сравнить улицы Оксфорда, например, улицы Лондона. Конечно же, они найдут много различий. А на Брайтон можно посмотреть, чтобы показать ребятам, что и море там есть, да, и песочный пляж тоже. И на Эдинбургский зоопарк, там можно посмотреть на пингвинов, жирафов и кого-то еще, я забыла. Но если вы пройдете по ссылке, то вы это увидите. По ссылке можно будет пройти, когда мы выложим презентацию для скачивания. Вы спокойно скачаете, да, и сможете все посмотреть. Так, про метапредметный портфель. Да, 6 класса там нет, 6 класс мы еще не издали. Да, но планируется, коллеги. Не знаю точно, не могу сказать вам точно когда, но планируется. Далее. Сделала вам несколько скриншотов с веб-камер, чтобы показать, как они выглядят. Вот, например, спящие такие и не спящие тоже, да, летучие мыши. Это из Chester Zoo. Да, камера такая стоит в помещении, где летучие мыши содержатся. Здесь это павильон с жирафами. Все абсолютно рабочее на веб-камере. Да, то есть я просто очень-очень рано утром делала этот скриншот. В Лондоне было 6 утра, кажется, да, 6:27 там, по-моему, написано. Утра. Соответственно, конечно же, жирафы спали. Если вы с ребятами днем зайдете по этой ссылке, то все будет хорошо, и жирафы будут там ходить. С совой, да, съемка идет очень интересная, там камера делает поворот такой небольшой, можно и Millennium Bridge посмотреть, и London Eye увидеть, да, еще немножко она даже поворачивается вправо, и потом обратно влево разворачивается. Все рабочее, все ссылки эти можно посмотреть. И я тоже думаю, что вам понравится, как пингвины замечательные в Эдинбургском зоопарке плавают в своем этом водоеме, вот они и в 6 утра прекрасно плавали по британскому времени. Вот что я вам хотела показать. Вот здесь как раз панда. Да, камера у панд, по-моему, у меня сегодня не запускалась, что-то у них там была техническая какая-то неполадка. Манки и еще у них кто-то есть. Рок-хоппер. И также здесь оставлю вам тоже ссылки на интернет-ресурсы. Это игры, онлайн-игры. Не только те, что я здесь показала, ссылки оставила, можно использовать то, что вы найдете. Но как примеры, да, например, на сайте BBC, Dressing Up Game, или можно найти интересные факты, например, 10 facts about the Tudors, да, или 15 facts about the Queen. Можно рассказать и о сложном легкими словами, например, о ветви правления, да, в США. Это сложная довольно-таки тема. Можно ребятам это все вот именно рассказ для детей. Да, сайт Kids USA GOV. Соответственно, вы поймете, что там изложена сложная тема простыми словами. Это для ребят всегда полезно. И много других ресурсов, я уверена, что вы используете из тех, что вы находите сами, потому что, как вы мне ответили в начале вебинара, вы обязательно расширяете все то, что дается в учебнике, это очень полезно. Соответственно, мы с вами можем сделать два самых главных вывода. Первое – это формирование лингвоастрономической компетенции. Это неотъемлемая часть обучения иностранному языку, потому что мы можем учить языку на базе наших всех реалий, которые мы, страноведческих реалий, которые мы ребятам рассказываем. И изучение страноведческого материала позволяет подготовить учащихся к реальному общению, то есть чтобы они у нас ни в коем случае никогда не обидели иностранца каким-то, да, незнанием чего-то, что так нельзя сказать, да, или что это может обидеть человека, да, чтобы они у нас всегда были очень толерантны. Здесь у меня ссылки на использованную литературу, 2 статьи, которые я использовала для подготовки к вебинару, и ссылки на наш интернет-магазин, на нас в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. наши хэштеги. И я хотела объявить вам, коллеги, если кто-то не получал вдруг нашего письма с рассылкой, что у нас будет 22 июня в городе Обнинск проходить семинар-тренинг для учителей английского языка, эффективное обучение английскому языку в российских школах. Зарегистрироваться на него можно по ссылке, которая указана здесь на слайде. До 20 июня включительно мы еще регистрируем на этот семинар-тренинг. Он очный, коллеги, обратите внимание, да, то есть все те, кто могут приехать в Обнинск 22 июня, мы вас ждем с большим нетерпением. Приезжайте, у нас прекрасная программа на данный тренинг. Будут 4 тренинга. Первое – это «Как ночью читать по-английски», расскажет Клара Саковна Кауфман, да, и покажет, и расскажет. А второе – это тренинг «Определяем достижения метапредметов и результатов», буду вести его я. Мы с вами тоже все не теоретически, а практически подойдем к делу, сами все попробуем оценить, поработать с раздаточным материалом обязательно. Третий тренинг у нас – это «Готовим победителя Олимпиад по английскому языку», выступит Артем Петрович Гулов, расскажет, как подготовить абсолютных победителей заключительных этапов Олимпиад. И последний тренинг у нас у Алексея Васильевича Конобеева «Как писать эссе по-английски». Да, тоже, я уверена, вам будет очень-очень интересно. Да, жаль коллег, которые находятся далеко и не могут приехать, но у нас есть все равно даже дальние регионы, которые зарегистрировались и, как мы выяснили, все-таки коллеги действительно приедут. Да, так что... Может быть, и вам как-нибудь, у вас как-нибудь получится на такой вот семинар-тренинг к нам доехать. Будем всегда рады вас видеть. Все те, кто могут к нам прийти, приехать, записывайтесь, да, регистрируйтесь, очень будем рады вас видеть. И из объявлений у меня последнее объявление, то, что у нас вышли новинки в интернет-магазине, посмотрите. Электронные книги, серия Title Journal Classics и Title Action. Да, у нас не просто электронные книги, обратите внимание, а еще и к ним аудио идет, да, для скачивания. То есть за 50 рублей первые 500 покупателей получат и электронную книгу, и аудио для скачивания. Такая у нас интересная акция. Книжки можно найти у нас в интернет-магазине englishsteachers.ru/shop. Собственно, все те ссылочки, да, которые вам сегодня админ давал. Да, спасибо. Так, скажите, а что планируется очень с 18 по 26 августа? Не будет случайно семинара? Мы рассматривали возможность августовского семинара очного, да, но, коллеги, мы пока еще не можем вам точно сказать, будет ли он или не будет. Вдруг он все-таки будет, если, то мы обязательно сообщим об этом в письме. Да. Но мы запомним тоже, что очно вот с 18 по 26 августа эти даты интересны коллегам. Спасибо большое вам за внимание. Было бы здорово. Да, согласны. Главное, чтобы было, что вам рассказать и показать. Интересно. Спасибо вам за внимание, коллеги. Я даю вам код для сертификата в чат. Пожалуйста, коллеги. Код для сертификата в чате. Как сертификат получить? Ссылка на объяснение все на слайде. Все очень просто. Я думаю, что неоднократно вы уже сертификаты получали. Все будет нормально. А когда следующий вебинар? Следующий вебинар у нас завтра в 11 и в 5. Вот уже коллеги подскажут завтра. Приходите завтра. Да, у нас вебинары 15 числа, 19, 21 и 27 еще. У нас очень-очень много еще вебинаров в июне. Пожалуйста. Коллеги, код для сертификата в чате. Где получить сертификат, ссылка дана. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.